Форель с апельсином. Звучит странно, но сегодня я это приготовлю. Берем рыбу форель. Вы только посмотрите, какая она. Представляю, какая она будет вкусная. Итак, начнем. Для начала обрежем голову, она нам не нужна. Потом по стандарту солим, перчим и, конечно же, самый главный ингредиент – апельсин. Берем апельсин и тщательно поливаем форель. Даем немного настояться и жарим. К рыбе я приготовлю лечо из томатов, перца и лука. Немного потушу, и получится просто бомба. Теперь можно приступить к дегустации. Вы только посмотрите, как вкусно это выглядит, прям слюнки текут. А теперь пробуем. Получилось очень вкусно, и рыба, и лечо, и их сочетание просто потрясающее. Рекомендую!